Хочешь смеяться до отключки? Заходи на канал Глюка. Куча веселых видео по Happy Wheels, GTA 5 и Майнкрафту. Олдскульные игры и также немного веселого неадеквата. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию, где мы будем рассматривать топ-1, самую новую, самую крутую и самую сложную карту в Майнкрафте. Как вы помните, недавно вышло видео, где мы пытались побороть самую крутую и самую сложную карту, но это новая, которая еще намного круче, и она также связана с Рождеством. Все это вы увидите в этой серии и поймете, насколько она крутая. Да, но перед этим не забываем поставить лайк. Как только мы наберем 1200 лайков, я вам даю слово, то что я выпущу продолжение этой карты, ну или другое любое видео, потому что каждый подписчик для меня важен. Поэтому не забудь поставить лайк, одна секунда, не поленись, но я действительно скажу тебе большое спасибо. Также, как я сказал, каждый подписчик для меня друг. Если ты не веришь, можешь оставить комментарий под этим видео, увидишь то, что я на него отвечу. Подпишись на канал, ссылочка есть там в уголку, ссылочка есть под видео. Я приглашаю вас всех вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, потому что, еще раз скажу, ребята, каждый подписчик для меня очень важен. А мы приступаем к самому видео. Ну что, ребята, вы готовы побороть эту карту? Я объясню правила прямо сейчас. Но я сразу же выставил ссылочку в описании. Любой из вас может зайти и скачать эту карту прямо сейчас на версию 1.9. Как видите, ребята, я не выпрашиваю лайки, я сразу для вас приготавливаю ссылочки. Я не говорю, как многие там, наберем там столько-то лайков, и я только тогда выложу ссылку. Нет, ребята, держите, валяйте, и что самое главное, соревнуйтесь со мной, потому что в этой карте нам нужно выжить 24 дня. В какой степени мы спасаем Рождество? У нас елочка, и под елочкой есть подарки. Нам нужно выжить 24 дня до Рождества, чтобы его спасти. Но на нас каждый день будут нападать много-много гоблинов, которые будут пытаться забрать наши подарочки, а мы не должны им их отдавать. Да, также посередине каждого дня мы сможем возвращаться в магазин и усовершенствовать свои броньки, свои мечи, свои луки и многое другое. Поэтому, ребята, я попытаюсь выжить как можно дольше и попытаюсь сохранить как можно больше подарков, потому что как только гоблин доберется к подаркам, он один подарок себе заберет, и все, у нас ограниченное число. Поэтому, ребята, напишите в комментарии, сколько вы дней смогли продержаться и сколько подарков вы смогли сохранить. Я хотя бы постараюсь продержаться, ну, к 20 дня, ну, 20 дней, мне кажется, это будет отличный вариант, потому что, мне кажется, потом уже прям нереальный хардкор будет. Ребята, скачивайте карту и пишите в комментарии, сколько вы дней смогли выжить, мне действительно это будет интересно. Также не забываем о лайке. Ну что, ребята, мы начинаем. Мы начинаем, и как вы видите, нам чат написала: сохрани подарочки до Рождества. И в правом углу, посмотрите, что находится в правом углу. У нас там game info, то есть информация о игре. У нас на данный момент есть 20 подарков. Если кто-то украдет один подарок, то подарок не будет возобновлен на следующий день. Нет, он так и останется, минус 1, то есть 19. У нас есть деньги. За каждого убитого гоблина нам дают по одной монетке. Сейчас мы пойдем вот сюда, нажимаем шоп, в магазин, и вы можете посмотреть, что вы тут можете купить. За 10 монеток улучшить свою броньку, за 10 монеток улучшить свою... Смотрите, какие мы крутые! Смотрите, что вместо меча тут такая конфетка, можно сказать. И посмотрите, какой крутой лук. И у нас шапочка, офигеть, какая крутая! Офигеть, какая крутая шапочка, как мне нравится вот эта фигня. Ребята, вы себе просто не представляете, очень крутая карта. Ну, давайте мы сразу же вернемся, потому что пока что мы ничего не можем купить. И у нас первый день. Если мы сюда нажмем на следующий день, то у нас перейдет на следующий день. И как видите, у нас тут спавнятся различные гоблины. Они будут спавниться. Вот, они уже даже там начали спавниться. Поэтому нам нужно как можно быстрее их всех убить, чтобы они не смогли даже добраться к нашей елочке. Сейчас, ребята. А что я еще вам хотел сказать? Сейчас, дайте-ка я их запинаю. Это версия 1.9. Поэтому вы не можете бить вот... Кто думает, почему Эдисон так медленно бьет противников? Потому что, если вы не знали, в версии 1.9 вы не можете вот так клацать и так бить противников. Потому что им урон будет наноситься очень-очень маленький. Кто не знает, в новой версии внесли перезарядку умения. То есть ты ударил, тебе нужно посмотреть, видите? Ребят, вот смотрите.
У нас высовывается вот этот меч. Меч заново, и только тогда мы можем ударить, когда он перезарядится. Это... Ребята, напишите в комментариях, нравится ли вам это новое обновление Майнкрафта или нет. То, что у меча... Вот смотрите, если мы будем вот так клацать, мы вообще его очень долго, очень-очень-очень долго будем бить. Вот видите? Мы почти никого не можем убить. А если мы одним ударом, вот так, бум... Мы сразу троих, мало того, то, что убьем. Это тоже новое обновление. Так мы действительно много их быстрее убиваем. Ну что, вот сейчас мы... Давайте поменьше разговоров. Сейчас мы можем вернуться в наш магазин и улучшить свою конфетку и зачарить ее на Sharpness 1. Да. Это офигеть как круто, потому что Sharpness 1 на нашей конфетке, ну что может быть лучше, да, ребята? Ну что, мы возвращаемся и сразу приступаем к следующему дню. Это у нас уже четвертый день, мне кажется. У меня есть лук, да, но вы не смотрите, что я его не использую. Сейчас нету смысла его использовать, нам лучше подбежать и убить. Смотрите, ребята, если вы увидите то, что где-то сзади подходят вот эти чубзики, сразу кричите, мол, они сзади подходят, иди убивай их. 8. Давайте сразу же следующий день. Где они? В какой стороне? Сзади, 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 сзади. Один тут. Один там. Один там. Они уже... Ребята, они уже начали вокруг спавниться. Они уже вокруг начали спавниться. Нет! Нет! Наш подарочек! Наш подарочек! Наш подарочек! А я украл! Зараза, украл подарок. Как видите, ребята, у нас сейчас стало 19 подарков. Еще один! Еще один! 16 подарков! Все, ребята, вы меня отвлекли. Все. Мы очень расслабились. Мы очень расслабились. За один день, это был пятый день, за один день у нас украли целых 4 подарка. Вот. Где? Бегуны! Вот это будет... Давайте, ребята, будем их называть бегуны. Они мало того, что... Они очень быстрые. Они очень быстрые. Их нужно как можно побыстрее убить. Вот так, сейчас сюда, быстренько, быстренько, быстренько. Бегунов нету, ну, круто, что их нету. Этим днем. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. 20, все, больше никого. Больше, по идее, никого. Ребята, возвращаемся, и я хочу улучшить свой меч. Я, конечно, могу улучшить и вот это, и свой лук, чтобы сдалека их бить. Но я хочу попробовать эту тактику. Насколько она будет крутой, если мы будем улучшать только меч. Потому что смотрите, что тут уже. Мало того, то, что гоблины сейчас пошли в железной броне, то подумайте, что будет дальше, если они сейчас уже идут в железной броне. Мне кажется, дальше будет еще намного хуже. И там и алмазная будет, и фулл зачарованная алмазная. Так, на. Так. Давайте сначала вот этого убьем. Они медленные, они в броньке, а вот эти бегуны, они очень быстрые. Нет! Зараза, зачем я сказал то, что они медленные? Зачем я сказал то, что они медленные? А может там еще один бегун был? Нет, мне кажется, никого. Если они такие медленные... Знаете что? Ребята, зелье скорости. Зелье скорости. Нажимаем сразу следующий день, кидаем зелье. И мы очень крутые, мы... Алмазненькая, алмазная броня пошла! Алмазная броня пошла! Ты, я вижу, ты очень крутой в алмазной... Бегун! Бегун! Так, кто? В какой стороне? В какой стороне? Вот, в той. Следите, ребята, за всеми сторонами, а то... Где они еще спавятся? Бегун! Сейчас нас убьют! Так, алмазник. На тебе. Фу, 11. Сколько у нас еще осталось времени? Быстренько, еще 37 секунд, еще успеем. Давай, бегуны. В какой стороне? Там, давайте сначала вот этих убьем. Они более быстро так придут сюда, мне так кажется. На! Сейчас, ребята, сейчас! Так, сейчас в этой стороне! Иди в жопу! Они так все даже подарочки украдут! Это 9-й день, у нас осталось 14 подарочков! Мелкий заразёныш! Ай,
Вот этот. Убили! Все, 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 все. Больше никого. Все, убежали. Ребята, возвращаемся в наш магазин. Давайте еще купим одно зелье. Это и это. Мы, короче, будем просто разоряться на этих зельях. Ну, а что сделать? Что сделать? Так, дальше, дальше. В какой стороне? В этой. Побежали. Ребята, бежим, 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 бежим как можно быстрее. Нам нужно подкрепить еще малость, чтобы купить себе улучшенный меч или даже лук. Или даже не лук, или... В какой стороне? Опять в этой стороне. Или можно даже броньку, чтобы они нам меньше урона носили. Хотя, если вы, в принципе, близко не будете приближаться к этим заразам, то они... Так, вот. То они и не будут такой большой урон наносить. Поэтому в этом ничего такого страшного нету. Тут кто-то появился. Да, тут кто-то появился. Ай! На тебе, на тебе. Сейчас в этой стороне. Быстренько, быстренько, быстренько. 15, ребята, у нас 15 монеток. Сейчас будет 17. Быстро. Следующий день. Следующий день, пока у нас еще есть 20 секунд. Блин, мелкие, мелкие, мелкие заразы. Убили, убили. Еще один быстрый. Это не очень круто, то, что у вас столько быстрых сейчас будет. Да, на. Смотрите, какие они уже зачаренные. Зачаренные нет, но смотрите. И алмазные, и кольчужные. Кто там заспавился, кто там в какой стороне? И кольчужные, и мало того, то, что... Железо, так смотрите, какие они уже крутые. Они уже такие крутые идут, что это с ума можно сойти. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Ребята, это действительно сложная карта. Вы не думайте, то, что это только 11 день. Нужно продержаться 24 дня. Вы увидите то, что будет дальше. Это вообще жопа. Так, сейчас. Нужно вот этих перебить. Хотя нет, мы не сможем себе купить улучшенный меч, если мы их сейчас перебьем. Так, так, так. Так, так, так. Фух, ну что, ребята, давайте еще раз пойдем в магазин. Еще раз вот так. Вы не думайте то, что я трачусь на вот это зелье. Это офигенная схема. Это действительно офигенная схема. Так, так. Мы алмазиков убиваем с трех ударов. Это плохо? Я не скажу то, что это плохо. Нам нужно подкопить 30 монет для того... 30 или 50? Для того, чтобы улучшить... Еще больше свой меч. Вот, быстренькие побежали, быстренькие побежали. На, там еще есть быстренькие. Я где-то слышал, еще кто-то заспавнился. Или мне показалось. Мне, походу, показалось. Так, главное, очень близко к ним не подбегать, потому что вы видите то, что они действительно сумасшедший просто урон наносят. А мы не хотим, чтобы мы умерли. Вот так, все. Сколько у нас еще есть? Еще 30 есть. Давай, 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 быстренько. В какой стороне? В этой. Пока есть вот эта скорость, пока есть вот это все, в принципе, лучше всего их убивать. На! На! Не крадите наши подарочки, пожалуйста. Побежали в эту сторону. Уходи! 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 И не приближайся даже к нашим подаркам. Не приближайся. На! 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 Так, в какой стороне? В какой стороне? В какой стороне? Паника, паника, потому что... Ой, они сейчас нас убьют. Не нужно, чтобы они нас убили. Это очень плохо будет. Иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу. Уходи, уходи. Все, больше никого. Вот еще этот последний остался заразеныш такой. Там еще один. Как он украл? Ты паскуда. Ах ты, где еще один? Ах ты, зараза. Он украл. Минус два подарочка. Ребята, это 13-й день, у нас осталось только 12 подарков. 50! Какой в жопу 50? Так, что нам купить? Что нам купить? Что нам купить? Думайте, ребята, думайте, что нам нужно купить. Давайте вот это, вот это, вот это и вот это. Короче, все потратим. Ну что, ребята... Побежали, побежали, в какую сторону? В какую сторону? В какую сторону? Я никого не вижу. В какую сторону? Вот. Быстрый, быстрый, быстрый бежит. Убили с одного удара. Еще один быстрый. Убили. Кто? Вот этих быстрых в первую очередь, потому что, ну, вы понимаете почему, да? Они быстро бегут и смогут украсть наши подарки быстрее всех. Там еще кто-то заспавнился, но он не успеет добежать, я надеюсь. Убили, убили. Вот сейчас убили. Алмазиков с пару ударов, в принципе, нормально.
Я не заметил мелкого! Я не заметил! Так. Еще один! Нет, это... Вот мелкий, да, еще один. Хорошо, что я заметил. Я не могу я даже не могу по нему попасть. Он такой мелкий, то что тяжело даже попасть. Сколько? 30 секунд. Давайте, ребята. Быстро. Вот этого, быстро. Главное, чтобы никто там другой не засыпался. Вот этого. Так, быстро сюда. Потому что этот ближе всех находится. Сюда. Этого. Набежали. На, уже закончи. Нет, еще не закончился эффект зелья. Почти пару секунд. Еще успеем стукнуть. Все. Так, все. Быстрый бежит. Быстрый. Я хотел быстрого убить, а случайно убил того, кто был сзади него. Пофиг, зато убили. Этого. И еще раз, все. Затащили 25 монет. Ну что, ребята, это у нас был 15-й день. Мне кажется, вот сейчас нужно все-таки покупать эти все зелья. Мне кажется, и скорости, и даже вот этого, потому что 15. Мы сейчас ничего не можем купить. Вот так, быстро! Давай, быстрее! Быстрее побежали! Сейчас! Сейчас нам кто-то украдет подарочки! Нет! Вот там один. Быстрый! Ребята, кричите прям сразу, знаете? Как только увидите вот этого железника, сразу кричите в чат. Эдисон, там железник, беги убивать его! Так. Санта! Не Санта, а Дед Мороз нас спасет. Побежали. Беги. Я не знаю, почему он не хочет бежать, он такой медленный. А, у нас просто закончил. О, зараза. Зараза, ребята, минус 2 подарочка. Как видите, Дед Мороз может нас спасти. Мы можем прыгнуть с большой высоты, и нам урон даже не нанесется. Но это действительно нужно смотреть, чтобы не умереть, потому что, как видите, как только мы умираем, они могут продолжить свое движение. То есть они могут дальше двигаться и попытаться у нас украсть все наши подарочки. А мы не можем этого допустить, потому что подарочки очень важны. Дети же останутся без подарочков, ребята. Вы были хорошими в этом году. Мы не можем допустить того, чтобы хорошие ребятишки остались без подарочек. Без подарочков. Сейчас, этого. Убили, быстро на другую сторону. Я пока что не вижу какого-то быстрого, то есть скоростного, шустрика. Так, скорострела, вряд ли я его могу назвать скорострелом. У меня с ним бурной ночи не было, чтобы я знал все подробности. Но все же эти гоблины бесячие. Так, этого. Главное их вот так отбрасывать. Вот, круто. Быстренько, сразу же следующий день. В какой стороне? В этой. Ребята, 18-й день. Я сказал то, что я попытаюсь дожить до 20-го. Если у меня, конечно, получится. Мелкий зарезеныш. Я даже по нему попасть не могу. Ну, попал с одного удара. Убил с одного удара, попал с первого раза. Это просто фартануло, ребята. Что у нас там с эффектами? Они еще не кончаются? Будет очень печально, если они закончатся. Так, кто? Они закончились! Мелкий! Убили. Повезло. И все. В какой стороне? Все, эти последние. Сейчас, ребята, концентрация. Иди сюда. Убили. Где? Я его не вижу. А, все? А, нет, все-таки он украл, зараза. Он украл один подарок. Ребята, у нас... Это был 18-й день. У нас еще осталось 2 дня. Ладно, пускай будет так. Ребята, поддержите меня. В какой стороне? Шустрики. Смотрим за шустриками. Если шустрики, сразу кричите. Так, побежали в эту сторону. Шустрики? Нет, пока что не вижу. И это очень круто. Но они ближе... Они спавнятся так ближе, знаете, к концу раунда. Я это уже заметил.
Поэтому нужно следить. Нужно следить, я их очень не люблю. Да все их не любят. Мне кажется, их уже все не любят. Шустрики. Нету шустриков. Ух, они все так быстро уже начинают двигаться. Они все так быстро начинают подбегать сюда. То, что я уже даже паникую. Но это последние два дня. Конечно, для того, чтобы пройти карту, осталось еще 6 дней. Ну, шустрики. Я слышал. Шустрики, шустрики! А как я должен, если с одной стороны убить и с другой стороны убить? Так, быстро, быстро, быстро. Подарочки. Подарочки не отдадим, ребята. Отдадим подарочки? Нет, не отдадим. Сколько осталось? 19, не успеем, не успеем. Нужно еще вернуться, так как это заключительный день, ну, лично для меня, да, потому что, как я сказал, я хочу пройти как минимум 20 дней. Если я пройду этот день, для меня это уже будет маленькой, но все-таки победой. Потому что, ребят, я не скажу то, что это очень легко, я не скажу, потому что это нелегко. Ребята, вот честное слово, я уже вам оставил карту в описании. Заходите, качайте, играйте. И что самое главное, соревнуйтесь со мной. Мне действительно очень будет приятно, если кто-то напишет в комментарии, если вы действительно скачаете карту и будете ее проходить вместе со мной. Так, кто? Шустрые, шустрые, шустрые. Не вижу, пока что не вижу. Пока что не вижу никаких шустрых. И это очень круто. Так, сюда, сюда. Убили. Убили. Я сказал, убили. Шустрые? Нет, 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 нет. Опасные, зараза. Такие опасные, что с ума можно сойти. Так, убили. Нет, шустрых нету. Зато мы какие шустрые, а бегаем туда-сюда. А прикольно, они тут сделали то, что здоровье не регенится. То есть... не генерируется заново. Если вам нанесли урон, вы можете только съесть золотое яблоко, которое продается в магазине. Так, сейчас. Убьем! Убьем! Я сказал, убьем! Убили. 20 уровней, 20 дней мы выжили. Осталось, конечно, еще 4 дня. Или... ну, я не знаю, ребята. Мне кажется, на последних днях это будет жопа. Извиняюсь за выражение, но это будет жопа. Там такой уже хардкор попрет. На, на, на. Как видите, я больше ничего не улучшаю. Все, что я делаю... о, шустрый! Все, что я делаю, это просто покупаю зелья. И, в принципе, зелья нам помогают, потому что мы действительно тоже становимся... очень быстрыми, и это нас действительно выручает, потому что мы можем бегать с одной стороны в другую и очень быстро передвигаться. Так, где еще? Где еще? Я кто-то слышал, кто-то заспавнился. Шустрые были. Жалко то, что мы их не можем отбрасывать. Жалко то, что мы их не можем отбрасывать. Так, сейчас. Ну, в смысле, стрелой. Так. Нету. Я кто-то слышал. Нет. Нет, ребят, я очень переживаю, когда прохожу эту карту, потому что я не хочу умереть, хоть мы уже выполнили наше задание, которое, ну, как минимум я хотел выполнить, да, дожить до 20 уровня, до 20 дня, и сохранить Рождество. Но все же, ребят, давайте еще раз вернемся, давайте еще раз купим последние 3 дня. Сейчас тут прям 35 шустрых будут бежать с одной, с другой стороны, и мне кажется, это... мне кажется, это вообще будет очень тяжело. Вот еще один! Еще один! Зараза! Еще один. Больше никого, больше никого. Давайте вот этого быстренько запинаем. Вот этого быстренько запинаем, пока он не добежал. И... подарочки! Подарочки! Зараза! Шустрый! Шустрый! Бежит, бежит, бежит. Так, убили. Убили. 5 подарочков. Шустрые, нет, нету. Убили. Шустрый! Так, сюда. Иди сюда, мы тебя заметили, мы тебя сразу спалили. Еще один, мы тебя тоже спалили. Еще один. Как я сказал, под конец будет жопа. На! 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 2 дня! 2 дня! Осталось 2 дня. Ребята, у меня паника, потому что если... ребята, не вините меня, если я не смогу спасти Рождество, но это очень тяжело. Я выжил до 22 дня. Я не скажу то, что это очень просто. Я не скажу то, что... фулл алмазники, как видите, уже фулл алмазники. Потопали фулл алмазники. Где шустрые? Нету? Пока что нету, это радует. Это радует. Быстро сюда, на другую сторону.
Если бы у нас не было вот этого зелья, если бы я все свое бабло не тратил на зелье, мне кажется, я бы не смог выжить. Как-то все так приутихло на пару секунд, я даже запугался, мол, какой-то босс сейчас вылезет. Давно мелких зараз не было. И лучше бы, чтобы вообще не было. Зачем я вообще вспомнил? Мне кажется, на последнем уровне это будет просто ад. Нет, там кто-то запалился, но... Главное, чтобы не быстрячок. Главное, чтобы не быстрячок, носовичок. Ну, никакого носовичка нету, но все же. Так, сейчас. Убили. Вот. На. Последний. Это. Это. Сейчас, дайте передохнуть, пару секунд. Ребята. Ну что? Поехали. Чувствую жопа. В прямом смысле. Они сейчас будут просто лететь со всех сторон. Так, сюда, быстро, пока эти не добежали. Быстренько. Так, никого. Нет, уходи, не отдадим подарочки. Нет, не отдадим. Подарочки очень нам важны. Дети останутся без подарочков, и Дед Мороз будет недоволен. А мы же его охранники. Главное, чтобы они нас не убили. Так, быстро перекушиваем. А, подарочки! Убьют, зараза! Зараза, нет, не воруйте наши подарочки. Так, быстро этого. Быстро сюда. Я пока что шустрых не вижу, и это очень круто. Это пока что меня радует. Но, мне кажется, под конец раунда это будет просто... А нет! Поздравляем! Ты спас Рождество! У меня прям камень с души упал, потому что... Мы выжили 24 дня. Это в первую очередь. Во вторую, серия длится практически полчаса. Ребята, если вы любите проводить со мной много времени, если вы любите мои серии, так же, как я люблю вас, потому что я действительно ценю своих подписчиков, то ставьте большой палец вверх, чтобы серии выходили как можно чаще и как можно дольше, такие по полчаса, чтобы мы с вами проводили как можно больше времени. Да, ребята, и еще раз, давайте прям встанем вот тут. Вот так. Щекотно? Ты куда руками своими лезешь? Ребята, вот честное слово, давайте наберем 1200 лайков, и я вам даю слово, то что выйдет сразу новая серия прохождения карты или просто какое-то другое видео. Я ссылочку уже оставил в описании, поэтому не думайте то, что я выпрашиваю лайки. Вы можете уже скачать, и что самое главное, написать в комментарии, сколько дней вы выжили. И смогли ли вы спасти Рождество? И даже если вы сумели спасти Рождество, сколько у вас подарочков осталось на конце? У меня вроде там было 4 или 5, но все же мы успели спасти и смогли спасти. Поэтому, ребята, качайте, устанавливайте, играйте и соревнуйтесь со мной. Еще раз повторюсь, ребят, 1200 лайков выходит новая серия, потому что каждый лайк для меня очень важен. Также не забываем оставлять свои комментарии под видео. Я как только смогу, прочитаю и отвечу, так как каждый подписчик для меня друг, каждый подписчик для меня важен. Поэтому вступайте в нашу большую дружную семью. Я всех вас, ребята, зову. Поэтому я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал. Это не так-то сложно. Секунда, чтобы поставить лайк, секунда, чтобы подписаться. Ребята, к сожалению, мы на этом будем заканчивать эту серию. Но не переживайте, так как мы с вами увидимся завтра. Когда, в какой серии и что мы вообще будем делать, зависит только от вас. Потому что для меня важно мнение своих подписчиков. Еще раз скажу, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.